Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы будем говорить с вами о событиях, произошедших в истории стран средневековой Европы. Я Ольга Сапрыкина, и тема сегодняшнего выпуска – Ян Гус и гуситские войны. Родился в 1371 году в небольшом селении Гусениц, недалеко от городка Прахатице, в семье крестьянина. Чем, кстати говоря, он потом всегда гордился. В семье его отца Михала было еще несколько сыновей. Но именно Ян, видимо, более всех тянувшийся к знаниям, был определен в школу, после окончания которой он отправился в Прагу для того, чтобы поступить в университет на факультет свободных искусств. После получения степени магистра Яна Гуса пригласили преподавать в тот же университет, который он закончил. И через очень короткое время он также принял священнический сан. В 1401 году он был избран деканом факультета свободных искусств, а через год ректором Пражского университета. Молодой магистр не только не боялся объяснять студентам сущность воззрений Джона Виклифа, он и развивал их. В частности, он считал, что Папа Римский не может являться главой католической церкви и полностью владеть над умами католиков. Ян Гус утверждал, что полным главой католической церкви, как и вообще христианской церкви, является Иисус Христос. Особый успех проповеднической деятельности Яна Гуса получила в Вифлеемской часовне. Эта часовня была совершенно необычной архитектуры. Это был своеобразный лекционный зал, вмещавший до 5000 слушателей. Ян Гус затронул самое болезненное – моральный облик людей, которые причисляли к себя к служителям Бога. Веру во внешние чудеса он считал маловерием. Ян Гус практически переворачивал сознание людей, говоря, что все те реликвии, которые хранятся в церквах для того, чтобы привлечь туда прихожан – обман. Знаменитые во всей Европе пеленки Христа, скатерть Тайной Вечери, рука Лазаря – все это обман. В это время в Пражском университете шли бесконечные диспуты. Чешские профессора и магистры отстаивали необходимость изменений в католической церкви. Немецкие ученые, наоборот, считали, что необходимо оставить все как есть. Таким образом, лагеря сторонников и противников изменений в церкви разделились по национальному принципу – на чешский и немецкий. Напряженной была и политическая обстановка. В 1400 году чешский король Вацлав IV Люксембург был отстранен от императорского престола Священной Римской империи. Поэтому он стал поддерживать движение чехов за самостоятельную церковь, а чехи, соответственно, придерживались линии короля. Что же касается немцев, которых проживало достаточно большое количество на территории Чехии, они стали говорить о том, что вся чешская нация во главе со своим королем впала в ересь, и никаким другим образом, кроме как силой, нельзя их побороть. Воспользовавшись ситуацией, чешские профессора и магистры стали добиваться от короля изменений в университете. И в 1409 году Вацлав IV подписал Кутногорский декрет, по которому немецкие привилегии в университете были убраны, и руководство университетом перешло к чешским общинам. Вскоре после этого духовенство стало смотреть на проповеди Яна Гуса как на юридические. Но и это не остановило и не испугало Яна Гуса. Он стал обличать практику продажи индульгенций, то есть папских грамот, которые отпускали верующим грехи, включая и смертные грехи, просто за определенную денежную сумму. Ведущие представители католической церкви увидели в Яне Гусе большую опасность, и поэтому они решили вызвать его на церковный собор в немецкий город Констанц. Собор открылся в 1414 году, где прелаты католической церкви хотели подвергнуть Яна Гуса суду инквизиции, осуждению и физически устранить его.
Ян Гус решил поехать на этот церковный собор, потому что надеялся быть услышанным, надеялся, что его идеи будут одобрены, ведь они движимы главными нормами христианской жизни – любовью к ближнему. И он надеялся на то, что прелаты послушают его и разрешат изменения в католической церкви. Он приехал в Констанц и через короткое время после начала своих выступлений на соборе был арестован. После 8 месяцев заключения Ян Гус был осужден и приговорен к сожжению. 6 июля 1415 года он был сожжен в городе Констанц на одной из площадей. Ян Гус погиб. Но пламя его костра охватило не только всю Чехию, но и потрясло основы Священной Римской империи германской нации. Гуситские войны, продолжавшиеся с 1419 по 1434 годы и закончившиеся формированием самостоятельной гуситской церкви, просуществовавшей в течение 2 веков, победы гуситского полководца Яна Жижки, основателя первой в Европе народной армии, и других гуситских полководцев, которые сумели отбить 5 крестовых походов, направленных против Чехии, то есть вообще нонсенс, христианами против христиан. Все это было ответом палачам Яна Гуса. А героическая роль этого проповедника, его воззвание поддерживали чешский народ в период национальных бедствий и подъемов. Всего вам доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы с вами говорили о средневековой Европе, а завтра вы узнаете об истории стран Азии, Африки, Америки и Австралии.